Это она. Чисто, чтобы проверить. Вернусь-ка я на 5 секунд назад. Чисто, чтобы проверить. Шоу «Цель, еда и счастье», серия 4. Слишком много времени. Бедный Джо. Он мог избежать этого временного коллапса, если бы только прочел инструкцию к своей новой крутой машине времени. И вот почему я здесь собрался помочь своему другу Тимми, чтобы показать вам, как безопасно и ответственно использовать свою машину времени. Ну а теперь, Тимми, куда ты хочешь отправиться? Тимми? Где же подевался Тимми? Или мне стоит сказать, когда подевался Тимми? Ой, нет. Все же где? Ха-ха! Вижу, ты только что распаковал свою машину времени. Да, не могу дождаться, чтобы опробовать ее. Я собираюсь убить Гитлера. Тимми, но почему ты собрался сделать это? Прежде чем прочитать инструкцию. Если ты вернешься и убьешь Гитлера, не будет и нацистов. Тебя зачали на заднем сиденье Фольксвагена Жук, а эту машину сделали нацисты. Если Жука не придумали, где же тебя зачали? Тебя не зачали, то кто убил Гитлера, Тимми? Кто? Гитлер сам себя не убьет! Всегда проверяй, чтобы твой переключатель предохранителя парадоксов был активирован перед тем, как путешествовать сквозь время и пространство. Боже, я и подумать не мог, что все так опасно. Не то слово. Опасно и грубо. Видишь этих людей, Тимми? Все они из будущего. Они вернулись назад в прошлое, чтобы немного пофотать настоящее. Смотри, все они стоят за красной ограждающей линией. Не дразнят и не кормят никого из нашей текущей фауны. Только фоткают и оставляют только следы. Охренеть. А ну следи за языком. Видишь ли, Тимми, материя времени тонка и чувствительна. Все, что мы знаем, может развалиться в твоих маленьких детских руках. Тебя всегда будут винить. Тебе же не хочется этого, не так ли? А что насчет путешествий в будущее? В будущее? Будущее на нас никак не влияет. Бесись, веселись. И помни, что будущее просто временная выгребная яма. Все готово. Число 16 ноября. Время 15:03. Доктор Мэдисон и я собираемся проверить устройство впервые. Я отправлю этот мяч в прошлое. Это не только решающий момент для науки. Это то, о чем будущие поколения будут. Мы справились! Оно работает! Я не могу в это поверить. Сообщим все в Вашингтон. Я позвоню президенту, ты за машиной. Ясно. А, вот оно где. О, портальная новинка. Слава богу. Гравитация, значит. Исаак, это гениально. Как ты додумался? Меня по голове ударило, яблоком. Коннор Джонсон. Чё за? Меня прислали из 2036-го. Ты неуместно пошутил в зале отдыха Макдональдса. Я здесь, чтобы предотвратить того, кем ты станешь, рассказав о толерантности. Я толератор. Послан из будущего? Постой, я работаю в Макдаке в 20 лет. Почему ты просто лежишь там? Ты что, насмехаешься с ленивых американцев? Это расизм. Что? Да нет, чувак.
Ты что, насмехаешься над узкоглазыми азиатами? Это расизм. Не будь расистом. Нет, чувак, я просто протирал глаза. Ты что, смеешься над тем, как коренные американцы делают это? Это расизм. Меня подожди. Как обстановка, Эмили? Прием. Вокруг чистое небо. Лучшего дня я и желать не могла. Прием. О, господи, я ничего не вижу. Я падаю. Мэйдэй! Мэйдэй! Братан, твой новый друг очень странный. Что тут, мать вашу, происходит? 21 век происходит, Крейг. О, это расизм. Так у тебя такой маленький член, потому что ты белый? Я еще ребенок. Что, это уборная только для того, у кого пенисы есть? Сексизм. Не будьте сексистами. Джекпот! Прием, это агент Освальд. Прием. Вооруженный человек через дорогу, и он хочет убить президента. Убери его! Вот же, блять! Почему ты не позволяешь тому парню с тобой играть? Думаю, он не может. Почему ты не играешь с нормальными детьми? Я ходить не могу. Не позволяй никому указывать, чего ты не можешь. Не позволяй делать это. Никому! Смотри, Конор. Конор, ты видишь это? Он в мячик играет, Конор. И он ходит. Видишь это, Конор? И это толерантно, Конор. Гутен так. Шалом. Эй, чувак, что ты творишь? Все были толерантны, мы просто обедаем. Господи. Не употребляй имя нашего бога в суе. Это богохульство. Не будь богохульником. Ладно, что насчет этого? Я могу это съесть? Или это какой-то расизм, богохульство или гомофобия? Вообще-то, не всем можно есть хлеб. Не будь бесчувственным. Тебя оттолерантили. Да как мне теперь это жрать, братан? Я проведу тебя на кухню и выберу тебе толерантный обед. Запуск челленджера через 30. Проверка системы. Связь. Все в порядке. Жизнеобеспечение. Готово. Техники. Стойте, задержите взлет, я что-то заметил. Запуск. О, да. Эй, тебе сюда нельзя! Почему? Потому что кухня — место для женщин. Это сексизм. Послушай, братан, ты меня уже достал, ясно? Твою нетолерантность уже не оттолерантить. Стой, а это кто? Что? Это мой друг, Рик. Даров. Моя миссия выполнена. Я знаю, почему сейчас ты плачешь. Я в порядке. Немного поможете? Ты
Эй, ребята, есть хотите? Классическое прошлое. Ну что, еще раз глянем? Не, лучше пошли в бар из прошлого. В чем дело, братан? Не можешь прочесть наши древние иероглифы? Да брось, мы тут не для того, чтобы коллапсы творить. Да, нам бы просто выпить. Так что, ты хочешь выпить? Пей сколько влезет, вон там вот. В любом случае, свали. Эй, это дискриминация! Ладно, мы что, не можем войти и просто выпить, потому что мы из другого года, да? Почему все мы не можем жить вместе в мире, не обращая внимания на место и время? Я мечтаю о времени, а о будущем. О будущем, где люди смогут есть, пить, смеяться, дружить и, главное, учиться вместе. Тогда иди назад в будущее! А ну прекратите! А ну прекратите! Ты не пускаешь этих парней в бар, потому что они из будущего? Хронологическая нетолерантность. Не будь нетолерантен. Нетолерантным? Ты был нетолерантен к нашему текущему и моим делам! Ты прав, это было нетолерантно. Я не должен быть нетолерантен. Я вернусь назад и предотвращу себя от нетолерантности. Это хронологическая нетолерантность. Теперь ясно, Тимми? Поэтому всегда проверяй, чтобы твой переключатель предохранителя парадоксов стоял в режиме «включено» или закончишь, как и он. Почему все так? Я в восторге. Я тоже. Посмотрим, что еще есть. Так, не стирать цветное с белым, не дразнить аллигаторов, не носить носки. А, вот, интересное. Перевел Анорант. Озвучил Анорант и Санджей. При поддержке подписчиков группы Цианиды Счастья ВКонтакте. Выход новых серий в твоих руках. Поддержи нас. Все реквизиты в описании.